Привет! Ох. Так уж получилось, что у меня намечаются очередные тесты по лукам, и самих луков много. Это здорово. Я хочу вам рассказать о луках замечательного запорожского мастера Дениса Евстигнеева. Делает он очень много чего интересного. Попались мне несколько его луков. И, кстати, я стреляю из модерлонга его работы, очень доволен. Так вот, это ассирийский лук, так называемый. Почему так называемый? Ну, на барельефах ассирийцы выглядят немного иначе. Этот вариант немножко более современен. Кстати, обратите внимание. Накладочки под стрелу роговые. Очень интересные формы законцовки плеч. Очень толковый, красивый, качественно сделанный лук. А тянется он. Просто фантастика. От этих законцовок я в восторге. Очень просто контролировать, надел, не надел тетиву. Обалденная вещь. Это 53-фунтовка. Лук не для игр, что называется. Очень серьезная машинка. Легенький. Словами сложно описать. И еще в руки мне попался вот такой вот монгол. Фух, честно говоря, за последнее время мне пришло очень немало писем на удивление. Монгольские луки не такие. Это лук не монгольский. Это лук, допустим, китайский, маньчжурский, еще какой-то. Мне здесь сказать, честно говоря, сложно. С одной стороны, отчасти право, монгольские луки действительно чуть-чуть не такие. А с другой стороны, уж просто повелось. Рекурсивные луки определенного размера вот с такими жесткими законцовками называют монгольскими. Да, вот в том регионе, после аваров, которые, собственно, вот эту вот тему придумали, усовершенствовал скифский лук, эта тема распространилась по Азии. Из таких луков действительно стреляли и китайцы, и монголы, и куча всяких различных племен, вплоть до чукчей и тунгусов. Поэтому сказать сложно. Лук монгольского типа, может быть. В любом случае, это у нас рекурсив с жесткими рожками. Рожки очень хорошей толковой формы и офигенными характеристиками. На этих выходных будет обязательно отстрел. Расскажу, покажу. И эти луки на моем канале будут продаваться. Так что это очередной маленький анонсик луков Дениса Евстигнеева. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.